Дорогу. Но ты говорил, что иногда они тебя водят по лесу, показывают места, но это как будто твои ноги сами знают, куда идти. А было такое, что ты просишь его специально вывести там к лагерю, например, или на хорошую стоянку, или, ну вот, получить такой адекватный ответ? Очень легко. Значит, как-то мы с моей бывшей женой, значит, пошли в лес с палаткой. И как-то так сговорились между собой, что нам нужно какое-то такое спокойное место, чтобы вот никто туда не приперся нас беспокоить, желательно с грибами и с топливом, чтобы не пришлось как-то беспокоиться на эту тему. Мы пошли в лес, значит, ноги шли сами, пришли, значит, жена, правда, потом говорила, что место немножко мрачновато, что она скорее подмышку, чем подъем. Пришли мрачновато действительно место. Рядом оказалась просека, чищенная лет 5 назад. Рядом лежали вязанки, значит, этих самых срубленных, значит, маленьких осин. Вот, еще мы поставили палатку. А рано утром из-под палатки вообще отовсюду поперли белые грибы. Вот я в жизни не видел такого их количества. Вот лес просто зарос белыми грибами. За ночь. За ночь. Натурально их было. Ну, в целом было известно, что в этих местах в это время белых грибов много. Но когда мы пришли туда, их там было в несколько раз меньше. Буквально вот поперли из-под нас. Вот, вот так. И действительно никто не пришел, ни один человек, никого не было.